Здравствуйте! Сегодня я хочу вам показать, как вяжется вот такое вот разноцветное сердечко. У всех остаются остатки пряжи недовязанной. И вот именно на такие вещи можно эту пряжу использовать. Для работы мы возьмем 4 цвета. Возьмем желтый, сиреневый, салатовый и вот вместо оранжевого я возьму красный. Итак, приступим. Начнем вязание нитью желтого цвета. Для этого скользящую петлю или волшебное кольцо мы с вами будем провязывать 12 столбиков с одним накидом и между ними одна воздушная петля. Сначала вяжем 3 воздушные петли подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом, воздушная петля, и далее вяжем еще 11 столбиков с одним накидом и между ними воздушная петля. 2, третий столбик с одним накидом, воздушная петля, 4, воздушная петля, 5, воздушная петля, 6, воздушная петля, 7 столбик с одним накидом, воздушная петля, 8 столбик с одним накидом, воздушная петля, 9 столбик с одним накидом, воздушная петля, 10 столбик с одним накидом, воздушная петля, 11 столбик с одним накидом, воздушная петля, и последний 12 столбик с одним накидом и воздушная петля. Теперь подтянем кольцо, дернув за веревочку, присоединимся в третью воздушную петлю подъема. Таким образом мы с вами провязали сердцевинку. Далее нить желтого цвета нам не понадобится, поэтому мы можем ее обрезать и затем закрепить с изнаночной стороны, чтобы она нам далее не мешала в работе. В конце работы мы спрячем все нити, находящиеся на изнаночной стороне. Следующий круговой ряд, второй, мы будем вязать с вами нитью сиреневого цвета. Нитью сиреневого цвета провяжем сначала закрепительную начальную петлю. Для того, чтобы у нас ниточка не выскальзывала. И теперь под арочку из одной воздушной петельки вводим крючок и соединительным столбиком присоединяемся. Далее будем вязать 3 воздушные петли для подъема, заменяющие нам столбик с одним накидом. И теперь под эту же воздушную петельку предыдущего ряда провязываем еще 1 столбик с одним накидом. Далее вяжем воздушную петлю и под следующую арку из одной воздушной петли провязываем также 2 столбика с одним накидом. И между этими столбиками, группы столбиков по 2 столбика с одним накидом, провязана у нас 1 воздушная петля. Снова вяжем под следующую воздушную петлю предыдущего ряда, вяжем 2 столбика с одним накидом и воздушная петля. 2 столбика с одним накидом.
воздушная петля. Так вяжем до конца кругового ряда. И заканчиваем второй круговой ряд, присоединяясь в третью воздушную петлю подъема. Присоединяемся с соединительной петлей. И нить синего цвета обрезаем. Она нам также, как и желтая, уже не понадобится. И прячем ее, закрепив с изнаночной стороны работы. Третий круговой ряд мы будем вязать с вами салатовой нитью. Также для начала мы провяжем нитью салатового цвета закрепительную петлю. И теперь присоединяемся под цепочку и с одной воздушной петли предыдущего ряда. Присоединились. Третий круговой ряд мы будем вязать с вами, провязывая 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли. И так будем вязать по кругу. И для начала мы наберем с вами 3 воздушные петли, заменяющие нам столбик с одним накидом. Далее под эту же арочку из одной воздушной петельки провяжем еще 2 столбика с одним накидом. В итоге у нас получается провязанных 3 столбика с одним накидом. Далее вяжем 2 воздушные петли и под следующую арку из воздушной петли предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом. И снова вяжем 2 воздушные петли. Затем под следующую арку из одной воздушной петли провяжем снова 3 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И так будем вязать до конца кругового ряда. Закончив вязать третий круговой ряд, соединяем начало и конец ряда соединительной петлей. Вводим крючок в третью воздушную петлю и провязываем через 2 петли с крючка нить. И нить салатового цвета также обрезаем, закрепив с изнаночной стороны. Затем спрячем ее аккуратно, чтобы ниточки у нас не торчали. Теперь ведем работу. Следующую нить мы возьмем красного цвета. И также провяжем начальную закрепительную петлю. И присоединим под арочку из 2 воздушных петель. Присоединились. Далее вяжем воздушную петлю, столбик без накида, столбик с одним накидом, столбик без накида. Все мы провязали с вами под арку из 2 воздушных петелек. Далее будем вязать вот эту часть элемента. Провяжем воздушную петлю. И теперь под следующую арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда будем провязывать розетку, состоящую из 3 столбиков с 2 накидами, 2 воздушных петель между ними, и снова провязывать мы будем
3 столбика с двумя накидами. Итак, провязав одну воздушную петлю, в следующую арку из двух воздушных петель провязываем 3 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. Далее 2 воздушные петли. И снова сюда же провязываем 3 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. Далее вяжем 2 воздушные петли. И теперь под следующую арку из двух воздушных петель провязываем 3 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. Затем 2 воздушные петли. И в следующую арку, то есть под цепочку из двух воздушных петель, провязываем 3 столбика с одним накидом. 2 и 3. Далее вяжем 2 воздушные петли. И под следующую арку из двух воздушных петель предыдущего ряда провязываем 3 столбика с одним накидом. 2. Далее снова вяжем 2 воздушные петли. Затем под следующую арку предыдущего ряда провязываем снова 3 столбика с одним накидом. 2 воздушные петли. И теперь будем вязать низ мотива сердечко. Вот мы с вами провязали розетку из 3 столбиков с двумя накидами, между ними 2 воздушные петли. Затем мы вязали с вами 3 столбика с двумя накидами. И 3 раза мы повторяли, провязывая по 3 столбика с одним накидом. Теперь подошли к низу сердечко. И провяжем розетку из 3 столбиков с двумя накидами, 2 воздушными петлями и 3 столбиков с двумя накидами. Провязываем 3 столбика с двумя накидами. 2 воздушные петли и еще раз 3 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. И теперь будем вязать в зеркальном отражении. Провяжем 2 воздушные петли. И 3 раза по 3 столбика с одним накидом, между ними 2 воздушные петли. Провязываем первый раз 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли по следующую арку. Еще раз 3 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли и повторяем третий раз, провязываем 3 столбика
с одним накидом под следующую арку из двух воздушных петель предыдущего ряда. Далее 2 воздушные петли. И теперь мы будем вязать 3 столбика с 2 накидами под следующую арку из двух воздушных петель. Провязываем первый столбик. 1, 2 и 3. 2 воздушные петли. И теперь нам осталось еще до конца круглого ряда связать розетку. Итак, вяжем. Делаем 2 накида и провязываем первые 3 столбика с 2 накидами. 1, 2 3. 2 воздушные петли. И еще раз 3 столбика с 2 накидами под эту же арку из 2 воздушных петель предыдущего ряда. 2, и 3. Далее вяжем воздушную петлю и присоединяемся к началу кругового ряда. Приступая к следующему круговому ряду, пройдемся в центр. Центр у нас здесь был в предыдущем ряду. Мы провязывали столбик с одним накидом. Пройдемся соединительной петлей. Вот так. И теперь провяжем 2 воздушные петли под арку предыдущего ряда, провяжем столбик без накида. И снова провязываем воздушные 2 петли. Далее вяжем над розеткой, вяжем такую же розетку, состоящую из 3 столбиков с 2 накидами, 2 воздушными петлями и 3 столбиков с 2 накидами. 2, 3. Теперь провяжем 2 воздушные петли и еще раз вяжем 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. Далее вяжем 1 воздушная петля и под арку из 2 воздушных петель провязываем 4 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3 и 4. Далее вяжем 2 воздушные петельки. И теперь под следующую арочку провяжем 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И теперь для того, чтобы у нас сердечко становилось формы сердца, мы будем вязать теперь не столбиками с одним накидом, а будем вязать столбиками без накида. Итак, провязав 2 воздушные петли, провяжем по следующую арку 3 столбика
без нагина. Далее 2 воздушные петли. И еще раз провязываем 3 столбика без накида. Две воздушные петли. И под следующую арку мы с вами свяжем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Далее 2 воздушные петли. Теперь над розеткой вяжем такую же розетку. Провязываем 3 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 2 воздушные петли и 3 столбика с 2 накидами под эту же арочку. И снова возвращаемся по кругу и смотрим, провязывая все в зеркальном отражении. Сейчас мы будем вязать с вами после 2 воздушных петель. Будем вязать с вами 3 столбика с одним накидом. Провязываем под следующую арку 3 столбика с одним накидом. Далее вяжем 2 воздушные петельки и 2 раза мы будем вязать с вами столбики без накида под арочку. Провязываем под следующую арку 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 2 воздушные петельки и снова провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. Теперь провяжем с вами 3 столбика с одним накидом. Вяжем последующую арку 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. 2 воздушные петли. И далее смотрим в зеркальном положении, в зеркальном отражении у нас вяжется далее 4 столбика с 2 накидами. Так, провязываем под следующую арку предыдущего ряда, провязываем 4 столбика с 2 накидами. 1, 2, 3. 4. Если кто со мной не успевает, вы можете всегда в любой момент остановить видео и просмотреть еще раз тот момент, на котором вы остановились. А мы продолжаем и смотрим. Нам осталось провязать еще вот верхушку нашего мотива. Для этого провязываем еще 2 воздушные петли после 4 столбиков с 2 накидами. И теперь над розеткой мы провязываем такую же розеточку. Так, вяжем 3 столбика с 2 накидами.
2 воздушные петельки и снова 3 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. Теперь вяжем 2 воздушные петли. И вот под эту арку провязываем столбик без накида. И еще раз вяжем 2 воздушные петельки. И присоединяемся к началу кругового ряда. Ниточку нужно обрезать. У кого этот элемент будет использоваться для чего-то другого, можно еще обвязать столбиками без накида. Вот как на этом примере. Вот таким же мотивом, по такой же схеме я вязала вот такую подставку в виде сердца. Здесь я обвязывала столбиками без накида. И получилась такая вот у меня подставка. Поэтому можно вязать однотонного цвета или же вязать вот таким мотивом, который можно потом нашить на сумочку. Можно сделать такие вот небольшие подушечки. Можно из этого сделать еще шкатулку. Ну, это уже кто как, куда приспособит. А я на этом наш урок заканчиваю. Желаю всем удачи. Пусть у вас всегда все получается. И до новых встреч!